В квартирах наринмарцев потеплело. Мэр окружной столицы подписала постановление о начале отопительного сезона 2015-2016 годов. Такая необходимость возникла из-за низких температур. Валентина Чибичек продолжит тему. 24 августа в некоторых домах Нарьян-Мара стало тепло. Отопление включили вечером, поскольку на протяжении последних 5 дней среднесуточная температура воздуха опускалась ниже 8 градусов. В связи с этим было подписано соответствующее постановление главы города. Крупнейшему поставщику тепловой энергии, предприятию объединенных котельных и тепловых сетей, от управляющих компаний уже поступили паспорта готовности. На их основе ПОК ИТС может начать подачу тепла. 17 котельных отремонтированы и ждут своего часа. Сегодня вот с самого утра интенсивно поступают паспорта готовности, вот они и вот сейчас еще поступают. Сегодня, я надеюсь, мы большую часть объектов включим. Подключение жилищного фонда будет производиться в срок с 24 по 31 августа. Первые дома, которые были готовы принимать теплоэнергию, находятся под управлением компании «Коми-сервис», «Нарьян-Марстрой» и ПОК ИТС. Также начали отопительный сезон в поликлинике и детских садах. От школ паспортов готовности пока не поступало. Они должны быть готовы до 1 сентября. Тем временем в ПОК ИТС продолжаются ремонтные работы. Нам выделено было 10 миллионов на капитальный ремонт сетей, ну и в том числе и ремонт котлов. Ну вот мы на сегодняшний день на 70% работы по капитальному ремонту выполнили. Ну, также мы своими силами выполняли, ну, то есть это текущий ремонт и профилактические работы. Осталось завершить капитальный ремонт теплосетей на улицах Южная и Меньшикова. На Первомайской и Авиаторов необходимо завершить ремонт водоводов. По словам Натальи Бетхер, эти объекты никак не повлияют на начало отопительного сезона. Если же сбои в отоплении все-таки случились, в Нарьян-Маре работает горячая линия. Специалисты Государственной инспекции строительного и жилищного надзора ответят на вопросы начала прохождения отопительного сезона. С момента объявления отопительного сезона уже тепло должно поступить в дома. Но бывает, что где-то нерадивые управляющие компании не успевают заканчивать где-то ремонтные работы, подготовить систему отопления. Вот. И в связи с этим как раз в нашей инспекции будет работать телефон горячей линии, их, вернее, даже два номера телефона, где мы будем принимать обращения граждан как раз по этим вопросам. До конца августа в Нарьян-Маре пройдет ряд совещаний, на которых ресурсоснабжающие организации предоставят отчет по подготовке к зиме. Валентина Чибичек, Владислав Москин, телеканал «Север».